Дамы и господа, действующий и будущий губернатор Нина Мелчер. Я шел навстречу к губернатору, а не к его зачуханной домработнице. Я пришел, чтобы начать протест. Покажи сиськи! Покажи сиськи! Покажи сиськи! Да я ей говорю, тупица. Символом штата вместо птицы станет тампон? Лучше прокладка, она с крылышками. Я советую вам замолчать и проявить уважение, иначе пожалеете. Что она мне сделает? Какого хера? Магистраль имени Вуди Джонсона, вонючего сексиста и мудилы? Она проложила сраное шоссе через мой парк. Не могу придумать, как обозвать самку собаки. А я придумал. Кони. Я не клюну на колкости ваших влажных вагин. И чем тебе так мама насолила? Моя мать была святой. Я так горжусь тобой, сынок. С восьмилетием тебя. А теперь трахни эту шлюху, чтобы не стать педиком. Собрание ополчения сегодня. Здесь собирается ополчение. Меня прислали, чтобы... Да. Мы против геев. Не забыл? Она лесби. Да, Бобби, я знаю, но она сильная, а больше никто не пришел. Принимается. Ну-ка, каша! Какашка? Нет! Каша! Я слышал. Поэтому и говорю, что каша твоя похожа на дерьмо. А эта хуйня тут откуда взялась? Что за херня? Вы тут главный. Я, кажись, ралик сломал. Но ничего, туда все равно ходят. Ты говорил, нужно извлекать пользу. Абахир, твоя смена сегодня раньше. Джекпот! А что это за цветы? Маргаритки? Нет, этот букет завали ебалютиков. Я на все пойду, чтобы убрать из парка этот пиздец. Извиняюсь, что вас напугала моя мужественность, и вы прослезились из-за правды. Все. Вот еще. Он съел большую часть конфет по пути. Пока я губернатор этого штата, магистраль не сдвинется ни на сантиметр. Что? Да как ты смеешь, грязная пиз... В новостях сказали, что геи-террористы хотят отобрать у нас оружие и узаконить аборты. Поэтому Вуди должен стать губернатором. Пожертвования перечисляйте на имя Малоя. Так-так-так. И хватило наглости прийти в таком виде в мою штаб-квартиру? Это пост рейнджеров. Гори в аду, еврейка. Ты расист, женоненавистник и преступник. Когда ты говоришь таким тоном, звучит не очень хорошо. Нужно организовать черный шантаж. Ты снимешься с ней в домашнем порно. Да, чтобы мы подрочили. Нет, чтобы мы отдали его в СМИ. Делай, что хочешь, а я сделаю по-своему. Бодин, я не прошу тебя сосать, просто во рту подержи. Я привела добровольца, он мой гуру по жизни. И принят. Gracias, amigo. Это рождественская буррито по-мексикански. Ну, привет, малышка-губернатор. Я не губернатор, вон она сидит. У меня плохие новости, дружище. Губернатор Мелчер сняла кандидатуру с выборов после появления домашнего порно с черным мужчиной. Черт, твоя грудь твердая и не висит? Это не комплимент. Когда я стану губернатором, молись, чтобы я разрешал вам ходить без паранжи. Я не позволю тебе баллотироваться без оппонента. И кто выйдет против меня? Прости, дружочек, но губернаторы не живут с медведями. Ты подлый Иуда. Все и так считают нас чудаками. Нас? Линкольн отсосал кенгуру. Учи историю. Этель, как поживаешь? Чего тебе? Я тут подумал. По-моему, мы могли бы подружиться. Например, когда ты станешь губернатором... Ответ – ни за что. Тогда земля станет красной от твоей крови. Разве у ополченцев не должно быть ограничений? Еще как должно. Вы больше похожи на книжный клуб иммигрантов. Малой, что ты задумал? Помолчи, лесбинатор. Дай говорящему медведю закончить. Пора сделать так, чтобы мир вас услышал. Да, пора нам стать настоящим пизданевъебенистическим ополчением. Давайте перейдем к вопросам аудитории. Разрешаю. Всем привет. Мы решили убить следующего губернатора. Знаете что? Я отказываюсь от участия в выборах сейчас же. Не-не-не-не, это я отказываюсь от участия. А вот и нет, я первая. Кто-нибудь может вызвать мне скорую? Блять, он задает слишком много ебучих вопросов. Я Этель Андерсон, и меня ни за что нельзя избирать губернатором. Почему, спросите вы? Потому что я пропащая, бессовестная алкоголичка, и я обещаю превратить этот штат в пристанище террористов. Скажу одно, в пизду вашу армию. Посмотрите, куда я засуну эту статую свободы. Кейптаунские леди поют эту песню «Тум-там, тум-там». Голосуйте за Вуди. Победитель и новый губернатор штата... Вуди Джонсон! Что?
Получай, покойник! Здрасте, господин губернатор! Вы обознались, меня зовут Рик Огнемет. И ты, малой, пора спустить ему взад сперму. Ну, то есть обойму. И то, и другое! Хватит! С дороги, сиськи! Он представляет правительство, контролируемое евреями, сионистами. Мы уже не против евреев. Хаим принес нам форму со своей фабрики. Давайте, наше ополчение будет против насилия. В жопу! Этель, ты спасла мне жизнь. И доказала, что женщины способны на большие поступки. Я был неправ.